Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, от канала Куплинов Плей, мы продолжаем. Человека-паука. Командная работа — волшебная штука, позволяет достичь невозможных целей, например, убить Человека-паука. Ты почти согрел мне душу, Электро, тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Где он? Короче, мы бьем Электру. Кармен, блядь, спокойно. Промах, промах, теперь тебе... А, неважно, забудь. Что с ним сделать нужно? Его нужно поймать опять. Опять эти непонятные, блядь, погони. Я хуй его поймаю. Я голуби поймать не мог, блядь. Тут Электро надо поймать. Серьезно, что ли? Вы что, издеваетесь? Так, что по заданию-то? Ломбах отдалось. А, инжектор паутины. Хорошо, я понял. Надо подойти поближе и вломить как следует. Во, и поебалу ему, ну. О, делов-то. А что сразу не подсказать, что нужно? Я урон, если стрельну... Ты ведь знаешь, стрельну? Кто? Если стрельну паутины в него, стрельну, блядь, что-то слово, стрельну. Поехали наверх. Подожди, а где он? Ой, а вот тут несколько. А кто из них настоящий-то? Так, ну там вон стервятник еще летает, судя по всему. Я немножко не понимаю, кто из них настоящий. Давай постоим, посмотрим. Так, вертолет. Вертолет явно не он. Опа, сейчас пизда. Все окей, вижу. Так, спокойно. Зачем ты подпрыгнул-то? Я туда не попаду. Спокойно. Ты зачем падаешь-то? Че у меня джойстик трясется весь? Так, у меня здоровье вообще ноль. Спокойно. Бляха, я не понимаю, где главный. Так, это просто лучи. Это тоже просто лучи. Вот тут что ли где-то? Нет. Да я потерял его, а его здесь нет. Какой-то из них настоящий. Ой-ой-ой! В смысле? Ебать, огненный дом. Ай-яй-яй! Дай прекрати! Ты можешь, блядь, бежать не поэтому-то. Я хуй знает, я таких еще не встречал. Ты так думаешь, что можешь гордиться собой. Сейчас я тебя найду, подожди, сейчас я его найду. Бля, заебал. Я не понял, где он. А, вон, точка, все, поэтому по радару нужно ориентироваться. Тут просто, блядь, все линии, его в конце нигде не видно. Он в конце такой маленький, по сравнению с этими линиями, попробую увидеть. Все, окей, поехали. Так, поехали за ним, похуй. Позволяет достичь невозможности. Да, все правильно. Я что, в него не попал? Мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Опа, хорош. Так, ну допустим. Блять, их нельзя задевать. Так, все, он где-то вот тут, спокойно. А, все, вижу. Ты ведь знаешь, что я с тобой просто играю. Теперь нужно генератор разбить, что ли? Стреляй, ты хули не стреляешь-то? Или не нужен генератор разбивать? Спокойно. Ой, блядь. Того, кто сильнее тебя. А он на него не наводится. С помощью инжекторов паутины. Так, я не понимаю, что он от меня хочет. Я как бы его нашел, он как бы вот стоит. Ну, скорее всего, нужно разломать будет этот, как его, генератор. Ну, типа, всем насрать. Генератор не разламывается. А, нет, разламывается. Ну, хорошо. Но мне бы на самом деле набрать бы этого, как его. Допустим. С, твой выход! С? А, С, стервятник. Все понял. Здорово. Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Я, если честно, тоже не помню, что за шутки, но похуй. Ну, мы же типа друзья, ты че, дурак, что ли, совсем? Ну вернись ты, ёбана курица, еще за тобой теперь гонять, что ли? Где ты там? А, все, воу! Ебать, это можно было поймать, серьезно? Спокойно. Ебать, как больно, да. Ты откуда знаешь, где ты? Все, вижу. Его ослабить защиту. Надо. Не попал, да? Хуевенько. Так, а тот в меня тоже, что ли, второй стреляет? Охерели? Есть, красиво. Ну, они какие-то никчемные, если честно. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Сломай, а придурок! Давай. Сломай ты меня. Понял шутку? Я так рад, что почти готов. Увернись! Почти. Если честно, добей его! Ваши вы мне нравились больше. Я использовал на него ульту. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Да-да.
Так, спокойно, его нужно подбить. Тихо. Так, а кто из вас опытный? Подожди-ка. Давай сначала опытно ушатаю. Ну да. Не попал, Макс. Хорош. Как обычно. Ну почти, почти, почти. Давай, давай, давай. Увернулся, хорош, красиво. Так, теперь этого подобьем, спокойно. Не жалуюсь, просто говорю. Есть. Ну, бля, разборка нормальная, на самом деле. Ну, я как детей улепетываю просто. Тихо. В следующий раз все. О, в следующий раз все, это хорошо, потому что меня заебал уже тебя бить. Ой-ой-ой, спокойно. Бля, опять он сел на эту хероту, серьезно. Спокойно. Да прицелься ты в нее, Человек-паук! Красиво. Опять заставочка. Ну, меня, по-моему, ударил, у меня джойстик вибрировал. Если ударил, то нечестно, меня ударило после того, как началась заставка. Так, они злые, пиздец. Куда там? R1, как всегда. На, собака. Вот они живучие, реально, после этих ударов. Они же как бы не супермен, не супергерои. У них же просто костюмы какие-то. Почему их, блядь, глыбы не убивают? Чё за бред? У него нет шансов. Ну, оно и видно, блядь. Оно и видно, как у меня ни одного шанса нет. Оно и видно, да-да-да. Спокойно. Не хочу вас огорчать. Эх, не попался. Тихо, ой, блядь. Вы неправильно подцепил, сучара. Тихо. Поехали. Промах! Да в смысле промах? Ты сам в него промах. Тихо. Спокойно. Еще разочек. Аккуратненько. Где он? Спокойно. Тихо. Стою. Стреляю. Не надо. Так, давай сначала электрического уебем. У меня напрягает сильнее. Он меня реально напрягает. Спокойно. Так, разворотчик. Резкий. Где он? Тихо. Ищем. Где он? Сзади. Так, нет, сзади, блядь, этот другой. Вот он, вот, все, спокойно. Красиво. Он реально сильнее напрягает. Он постоянно стреляет. Убей его! А, сука, ушел опять, ты посмотри. Аккуратно. Тихо. Ну и почему она не взорвалась, объясни мне. Почему, блядь, она не взорвалась? Тихо. Еще. Хорош. Наконец-то. Все электричество уже, сука, здесь спиздил. Скоро город без света останется. Остался еще один. Ну, этот простой. Это же получается дед, что ли? Это старый, спокойно. 10, 20. Слишком много. Да, заебал. Надоело, Серёж, с тобой танцевать. Ты танцевать не умеешь, все ноги меня топтал, блядь. Постоянно. Давай танцевать, Я опытный, блядь. И не можешь ни пизды. Давай стреляй. На, сука. Почему ты до него не дотягиваешься, Человек-паук, сука? Там же был треугольник. Где он там? Давай, собака. На, нахуй. Да ладно, не попал, серьезно. Ой-ой-ой, да. Попахивает пиздюлями. Только не в мою сторону. Спокойно, тихо. Эх, промахнулся, ладно. Я вот тут покатаюсь под забором под этим. Спокойненько, где он там? Ага, опять мимо. Воу, нихуя с манводяжки. Ну стреляй давай, заебешь. Опачки. Ну бля, если я не буду дергаться, меня попадешь. Нечестно. Че за поддавки? Да задохни ты уже, старый. Епта, заебешь. Не дергайся, говорит, я попасть не могу. Своими руками, блядь, трясущимися старыми. Все, что ли? Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, крылатого приземлили. Ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Не получит по заслугам или за все, ладно. Не, ну так-то мы сейчас быстренько усандалим. Здесь двоих, там двоих, а потом и сам Октавиус останется. Все лапы мы повыдираем. Был паук, стал мудак. Вот и все. Вот и лох. Ненавижу, когда... Я имею в виду паук, у него сзади лапы. Отдышусь. Да ты че, устал уже? Тряпка, старее, Человек-паук, все, старый стал. Отдышаться надо. Двух каких-то вообще еле движущихся, блядь, дедов, нахуй, победил и устал.
ты устал, все, паук, это надо либо что-то за фортом заниматься там, или как-то работать над дыхалочкой. Это не дело. Сейчас ты, блядь, от двух стариков встаешь, завтра ты от кого, блядь? От муравья сдохнешь. Вот черт. Прикинь, закипел. Ну, блядь, это правильно. Он сколько не спал уже? Он не спал с начала игры. Так, а мне дают уровни, мне дают костюмы, кстати говоря. Костюм. О, это хороший костюм, покажите. Ебать, костюм Железного Паука, жетоны баз, жетоны испытаний, жетоны преступлений, чё так много? Жесткая посадка. Костюм Человек-паук 2099, нихуя себе. Жетоны баз, жетоны преступлений, ослабление гравитации при нахождении в воздухе. Крушите врагов четырьмя искусственными руками из моноатомного кристаллического сплава. Еба, костюм такой золотом отдает. Бляха, ну выглядит прикольно, но на него нужно, блядь, жетоны баз, жетоны испытаний, жетоны преступлений. Это ж ебанешься, мы, блядь, полдня будем только эти жетоны собирать. А я не хочу сейчас бросать все ради жетонов. На самом деле, этот костюм я тоже сейчас носить не хочу, он мне не нравится. Он слишком какой-то простенький, что ли. Так, это у меня закрыто. Может быть, надеть вот эту хуету? Хотя он мне не нравился с самого начала. Может, желтый надеть? Ну, мы, в принципе, этот... А, так он закрыт, что ли? А он вот так же светится, как будто открыт. Это нечестно. Может, старый надеть? Давайте старый порванный, как будто... Человек... Ой, он прям штаны у него такие стрёмные. Штаны не очень такие. Плохие штаны. Бляха, ну или подожди-ка. Жетон баз — это целую базу. Это нужно, блядь, 17 волн врагов пережить. Плюс выполнить какое-то испытание. Жетоны испытаний — это испытание. Но это долго все. Я не хочу этим заниматься, серьезно. Мне это сейчас не особо нужно, потому что такой месиво, экшон такой идет, блядь. А тут загадки черной кошки — тоже далеко. Тоже далеко. Я открыть сейчас ничего не могу, да? Открыть не могу ничего. Давайте тогда вот это пока поносим, что ли. Пока что его. Пока что посмотрим на него. В принципе, неплохо. Человек-паук, черный такой весь. И надо поехали. Надо связаться с Юрием. А здесь типа не ловит? Бляха, опять охеренная погода. Стервятник и Электро, все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Бля, на улице вообще месиво. Хороший план. На улице прям жесть. Кто не уйдет? Отстань нахуй, я ни за кем не гоняюсь, паук. У нас с тобой совершенно другие задачи сегодня, ну. Ты что, блядь, дурак совсем? Не уйдет, не уйдет. Я так понимаю, в городе вообще никто не ходит, посмотри. Хотя люди на улицах есть, или это не люди? Это военные, может, одни? Да нет, есть, он какие-то бочки жарят. Да-да-да, совершенно прав. Привет, Пит, ты цел? Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Нормально, да, нормально. Я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хоп... Вижу водохранилище. А Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Давайте присядем куда-нибудь сюда, да. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Ну, сзади, как всегда. Ну, это ж логично. Но если ты в костюм в наемнике Скорпиона... Я бы сразу тебя прикончил. Но мне платит Октавиус. И он хочет тебя помучить. И я не против. А сколько он им платит, интересно? Он же ничего не говорит. Ой, все, галюнки, галюнки пошли. Галючная серия. Галючные серии всегда веселые. Если где-то кого-то глючит в игре, то это просто пиши заебись. Это что? Зеленое море? Нет, это не по-настоящему. Да ладно, заебись. Это действие яда. Да не-не-не, это настоящее. Нельзя. Нельзя, нельзя. Забраться повыше. Это все настоящее. И разобраться, чем он меня отравил. А там типа повыше лучше дышится или что? Там, по-моему, воздух наоборот тяжелее. Или легче. Короче, там один хуй дышится хуже, чем на земле. Там воздух разряженный, во, я знаю. И там дышится хуёво. Так, ну пойдем, нормально пока. Пока все заебись. Пока нравится. Необычная такая, знаешь, отделка города в зеленом цвете, кислотные дожди. Так. Заебал. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Он затопил весь город зеленой жижей. Вот творит дела. Скорпион расширил ассортимент.
Да-да, так оно и было. Хотел я ему что-то сказать. Так, подожди-ка, нам нужно сюда крайнюю одну. Но сюда ни одна не подходит. Ну, сразу вот сюда, допустим, поставим. Это не то, сюда тоже не то. Уходи тогда, уходи. Начнем тогда, знаешь, с чего? Начнем с двух. Тут что-то сложно прям. Давай вот с тебя начнем. Начнем с тебя. Тут ты уже, я так понимаю, точно сюда. Ты, скорее всего, сюда. Так, ты тогда идешь сюда. Нет, это не ты. Это не ты идешь. Ты тоже сюда не идешь. Так, подожди-ка, что-то меня это путает. Они как-то не очень подходят друг другу. Но это, допустим, вот сюда. Да, и нужна еще одна. Вот это. О! Вот это так. Плюс сюда нужно тоже подставить две и одну вычеркнуть. Опа. Тогда вот так. Одна лишняя остается. Блядь, что-то лишнее осталось, значит, я что-то неправильно собрал. Не должно оставаться лишней деталей. Делал все по инструкции. Ну, а бывает. Смесиво токсина А. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Так а мы же знаем, что он наркоту всовывает какую-то. Мы же читали его это. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. А, ну... Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Окей, это без проблем. Я так об этом и подумал. Ну, бля, ну смотрится хорошо. Почему нельзя было сделать настоящему такой город? Чтобы уж ну совсем беда. Чтобы уж кроме Человека-паука ну совсем никто. Это же охуенно смотрится. Весь город как... Во. Сделайте нормально так, хорош. Пусть кто-нибудь хоть раз злодей-то победит, бля. Прикинь, в конце игры побеждает злодей. И Человек-паук в жопе. А потом в DLC он попытается что-нибудь исправить. Должна быть эклипта белая. Так, хорошо, эклипта вот белая. Она. Ага, прям ждет меня. Че-че-че? Пощикащей, пощикащей, пощикащей. Уехала, блядь. Оха. Это наяву? Нет. Или в голове? Может, и так, и эдак. Док? Так, все, галюнчики хороши. Меня устраивает. Галлюцинации становятся сильнее. Ой, это как это, как из Far Cry, бабёнка. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Где он? Где он? Простите, док, мне так жаль. А что ты разнылся-то? Да, да, ты сожалеешь. Но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Посуди сам, раз я так много для тебя знаю, почему ты позволил мне разрушить себя? Я помогу тебе! Это нейропаутина, она действует на сознание! Ты про нейросеть, которую помог создать. Суровая правда в том, что ты сделал это со мной. Без твоей помощи я не совершил бы своих чудовищ. А почему ты не цепляешься, паук? Ты что? Я нажимал кнопки, я вертел камеру, я говорю, зацепись, ему мысленно вдалбливаю. А его профессор заставил. Не понимал, что с вами происходит. Зачем я оставил вас одного? Куда? Вот и белая эклипта. Так, и мы не дослушали диалог. Печально. Ну, короче, это раскаяние какое-то там, типа, жесткое. Зачем? Нет, профессор! Ебать его плющит это эвкалипта, блядь. Ну, нормально жарит, но галюнчики, конечно, слабенькие. Можно было посильнее и повеселее придумать. На, нахуй. Он поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Окей, я так думаю, что под галюнами на метро не ездят, да? Ух, нихуя! Прекрасно. Ебать. Спасибо, мозг.
Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса? Да не, нормально, Шпион? Весело. Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Никак я тебе звоню. А звоню ли я тебе? Вообще, а ну нормально. Я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи поганиться розовыми слонами. Блять, были б тут розовые слоны, и куда ни шло. У меня тут жижа ебать какая-то вселенская. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо попасть. А куда ты? Спокойно. Да прекрати, блять, сиди на месте спокойно. Все, сиди. Он иногда себя очень неадекватно ведет. Атропин нашел. А, нет, опять разборки с доктором. Давай, поехали, попиздим с Октавиусом. Веселушка, ну. В каждой игре должны быть глючные серии, всегда. Атропина нет. Да, конечно. Я тебе больше скажу, третьего ингредиента тоже на месте не будет. Опять. Ух, ёпты. Это уже не те галюнчики. Как ну, блин. Случай со мной. Вы не такой, док! Да, док! Нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь. Хватит себя обманывать. Ты никому не помогаешь. Отравлю тебе. Сам отрава. Ты губишь всех вокруг. Че ты такой злой, доктор? Че ты такой злой? Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Куда, блин? Ты неудачник. В жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Да ну нет! Не надо так говорить! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер, как ты делаешь заметки, воруешь идеи, крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Ты продавал мои идеи Норману. Саботировал мои величайшие проекты. Не думай, что я... Зацепись, еблан! Почему ты не цепляешься-то никуда? Короче, это реально глюки, потому что он, видишь, они уже типа друг друга раскусили, что Питер это паук и все дела, и он типа... Нет, доктор, мы же друзья, там все ходят. Почему никто не зацепился? Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Так, это уже было. Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? А куда ты должен прицеливаться? Куда? Мой гений будет сиять на свободе. Нажмите L. Я видел, Питер. А, вот так? Нет, так нельзя. Воруешь идеи, крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Вот я всегда был за вас и всегда буду! Понятно. Ты продавал мои идеи Норману, саботировал мои величайшие проекты. Не думай, что я этого не видел. Не думай, что я не знал. Я просто нажимал одновременно R2 и L2, как прошу. Обычно. А нужно было целиться. Я возлагал на тебя. Вот он, атропин. Опять нам не дали дослушать до конца почему-то. Ебать, у него голову раз... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, аккуратненько. Поехал, бля. У него голову разрывает, смотри, на две. Ну, блин, я бы хотел, чтобы глюки были повеселее, а не просто какие-то душевные терзания, блядь. Теперь надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? Да-да-да. Почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Не волнуйся, паучья башка. Тебя ждет множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Очень быстро перемещаюсь. У Скорпиона нет шансов меня поймать, в принципе.
Я просто, ебать, король перемещений по городу. Ну, сука, ну город, конечно, хорош. Был бы какой-нибудь DLC, например, к этой игре, я бы хотел, чтобы он выглядел примерно так, блядь. Это, конечно, быстро надоест, но выглядит охуенно. Реально выглядит козырно, прям. Да прекратите, ебаные пупыки, уйдите нахуй, уйдите. Все, прекратите, хорош. Сюда. Каким чудом, не чудом, а моими чуткими руководствами над командами. Опять в лаборатории. Лаборатория. Отдел лаборатории, группа. Что ты будешь делать? Вот. Сейчас опять откроет, и опять галюнчики, опять профессор ему говорит: «Эй, пидор, упырь, ты все мне сломал». Ходи. Ты разучился, Человек-паук? Просто вы. Ты на моей территории. Ты такой же, как Осборн. Хочешь украсть мои труды? Да нахуй они мне сдались? А будет дальше на твоей совести? Ты думал, я про тебя забыл? Не. Шпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Оглушите Спортиона, скажем, окей. Подожди, вот мой момент. Уебать. Лошара, вали он нахуй. Надо вдарить. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Ну, блин, так-то драка настоящая, мало ли что. Бля, если Скорпион не может меня уделать во время галлюцинации, он вообще бесполезный получается тогда. Правильно? Он же сейчас настоящему дерется, наверное, нет? Так, спокойно, что это? Что это? Вы, блядь. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну, давай. Ай. И кто из них настоящий? О, нихуя! Пытаться бить его нет смысла. А, вон он. Неудачник! И всегда только им и будешь! Он меня провоцирует. Ой! Тихо. Кто из них, блядь, настоящий, серьезно? Один есть. А, их всех нужно ушатать, серьезно. Из тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь. Мы ай, прекратите. Заточиться на деле. Тихо. Я со всех сторон все летит. Хорош, пацаны, завязывайте нахуй. Ой, блядь, ну почти прилетел. Тоже мне герой, ты несешь всем одни страдания. Это как с троллями. Одного забанишь и еще готов. А, еще куча придет, да, они такие, блядь. Троллирщики такие, да, спокойно. Блядь, да захомутай уже кого-нибудь вон того. Давай, вставай быстрей! Заебал. На месте твоего дяди я бы тоже хотел, чтобы меня пристрелили. Внутренний голос. Ой, уже пиздец, это уже не смешно. Спокойно, все нормально. Ебать, их тут много, этих скорпионов. Они хуже другого. Кто еще? Где еще? Ты не замечал, что без тебя Мэри Джейн справляется куда лучше? А, хуюши, да. Знаете, я бы лучше подрался с настоящим скорпионом. Остался один. Всю, бесполезный. Где он? Вижу. Сам пришел. Припал к моим ногам, видал, лошара такая? Надеюсь, это последний. Все, что ли? Я стою на ногах. Вот она, центрифуга. А при чем тут центрифуга? О, компик. Наконец-то. Время на исходе. Ух, жухает его только так. Мозг его просто изнасилован. А где мой костюм? Изнасилован. Я слегка переборщил с обеззараживанием. Мозг изнасилован просто. Ебать, у меня трусы с Человеком-пауком, серьезно? Трусы с Человеком-пауком, это беда. Сделаем вид, что ничего этого не было. Как можно трусы с Человеком-пауком носить? Что за бред, блядь? Так, ладно, давайте переоденемся. Этот костюм себя показал. Давайте вернемся, типа... А у меня их мало открыто вообще. Давайте рваный наденем, типа сейчас все плохо было, мы такие весь в рванине. Пережили такую хуйню, весь компьютер, этот компьютер, говорю. Весь костюм порванный, в мясо все разлетелся. И он такой, осталось несколько. Подожди, а мы же не убили Скорпиона-то. Не-не, подожди, это еще не все, нам нужно его разъебать сейчас. Нам нужно прийти к нему, впихнуть ему же его же яд, чтобы его тоже поглючило только так. Ну и че? А, я подожди, я очки же не посмотрел, навыки, у меня же их много уже. Сколько у меня? 5, ебать.
Так, давайте, знаете что, давайте я вот это начну качать. В воздухе. Окей, так, ардахи в воздухе наносят дополнительный урон и приносят больше концентрации. Возможность подтянуться на паутине два раза подряд без потери высоты. Вот, это хорошо для перемещения, окей. А нажмите X момента контакта с точкой, чтобы существенно увеличить для... О, это я вообще постоянно такой хуйней занимаюсь. Увеличение урона дальности с паутинных ударов. Ой, вообще хорошо. Это все красивая хуйня. Так, воздушная акробатика. Удерживайте, чтобы выполнять различные трюки. Очень интересно, пиздец. Дополнительный урон. Хорошо. Воздушная акробатика. Ебать, гимнаст. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Так а мы будем бить скорпиона-то, нет? О, нормас. Смотри-ка, да, он сильнее стал разгоняться. Ебать, он тебя гоняет. И что будем делать? Просто прошвыриться по воздуху? Так а давайте тогда, знаете что? Давайте посмотрим, что для костюма нужно для этого. И попробуем тогда его разблокировать. Вот именно вот этот вот. Или вот этот, подожди-ка. Мне просто... Какой мне больше нравится? Для них, по идее, одно и то же нужно. Только для этого меньше. Бля, это такой прям качок. Ты посмотри, прям все в мышцах. А это робот какой-то. Мне он не нравится особо. Ебать, я хочу такого. Вот это хороший костюм. Так, жетоны преступления, жетоны баз. Давайте жетоны баз найдем. Спокойно. Так, жетон преступления вижу. Оружие к бою, огонь по цели. Спокойно. Контакт! Да отойди ты! А, все. Но скажите серебряному соболю, мы просто друзья. Выходим из боевого режима. Так, окей, поехали. Ебать, а для чего я постоянно отковырился-то здесь тогда, получается? Ударить током одновременно пятерых, нихуя себе. Прибить к стене пять этих, пять врагов. Я не смогу их прибить к стене. Не, ну такие же там преступления гораздо веселее, чем были раньше, потому что раньше там хуйня была. Окей. Жетон преступления X2. Хорош. Очень быстро. Очень быстро. Так, а где ближайшая база? Где ближайшая база, где мы сможем что-то... Это что такое? Департамент полиции. Вот это, да? А, склад демонов. Жетоны баз 3. Совершить ребешумно. Давайте вот сюда вот переместимся, в принципе-то. Давайте так и сделаем. Так, я где сейчас? А это недалеко. О, подожди-ка. Давай поставлю туда точку, чтобы знать, что мне туда нужно идти. Вот так вот. Опа, поехали. И по дороге еще можно преступление совершить. Ой. По дороге еще можно преступление раскрыть. Спокойно. Во, вот это хорошо. Поехали. Так, вот отсюда прям. Где вход-то? Так, они где-то внутри. Юрий, слушай, группа беглых заключенных обзавелась очень серьезным арсеналом. Нам сейчас меньше всего нужна перестрелка в жилом квартале. Сможешь разобраться по-тихому? Не факт, что получится тихо, но я могу избежать большой перестрелки. Правда, потом все будет в паутине. Хорошо. Удачи. Нас хватит пушек, чтобы захватить от... Барабаньки. Кто-то есть? Не-не-не, нет никого. Подожди, я же прям вошел в этот, блядь. Это же база, да? Или нет? Опа, спалился. Так, нет, это не то, это не эти. Это не база, нихуя. Нет, это не база, подожди, а где же база? Я на базе вообще, нет? А, нет, ты что меня обманываешь? Какая в пизду база? Или это база? Так, нет, подожди, это не база. Можно я отсюда уйду просто? Это не то, что я хотел. Либо я что-то перепутал, либо это что-то не то. Выйди из зоны, нахуй, во. Да, это не база, это какая-то херня. Вот она, база-то, ёпта мать. Запутали меня. Пошел база, хуя, это не база. Так, не задать, дали, нет? Нет, задание не дали, все, значит, освобождаем базы. Мы, типа, если сделаем хорошо, то два жетона баз я прям здесь добуду. А мне больше, по идее, не нужно. Беглые заключенные открыли огонь из автомобилей. Да зацепись ты уже куда-нибудь. Давай, 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 паук, давай, все, не выебывайся. Почти, 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 вот она, все хорошо. Так, мне два нужно, давай уточним сразу, чтобы я особо не парился. Нужно два. Так, костюм, вот этот мне больше нравится. Вот что хочешь делай, он мне больше, он просто, блядь, здоровый такой, ебать, сильный. Ай, ты дрещенок какой-то. Так, а жетонный бас один, а вообще один, жетон преступления два. Но это мы сейчас быстро сделаем. Так, нужно заняться скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара.
пожалуй, так, подожди, может вот это вот. Пора на вы. О, отлично. Это быстрое преступление. Как грубо. Действительно. Эй, сюда. Блять, они сейчас увезут меня опять от того места. Ну да ладно. Выходим, 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 пацаны. Тормозим, 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 тормозим. Красиво. Куда? Чё, дурак совсем? Ой, сразу два, красиво. Остановить преступление за 2 минуты без урона. Что им рано на свободу. Три, у меня даже 3 жетона, хорош. Не, ну я так-то тот еще, смотри, при преступлении останавливальщик. Сделал практически на золотую медаль на какую-то, получается. Ой, блядь, спокойно. Привет. Здорово, пацаны. Можем подраться, а можем, скажем, пожарить шашлык. Дурында. Дурында, говорит меня. Все? Где вход-то? Допустим, это не вход нихуя. Где вход в базу-то? Так, это соболевцы, это не то вообще. Не давайте ему прыгать. Давайте я их просто уебу всех и все. Никуда ты не идешь, дружище, забудь нахуй об этом. Выкинь. Красиво. Так, что там с базы, как мне попасть? А вы так ничего и не поняли. Прощай. О, что-то похолодало. Пора так, вот внутрь. База. Ага, пора идти внутрь, теперь можно, да? Все, вижу. Так, нам нужно один жетон баз. Без лишних церемоний. Ну, я предлагаю сделать еще одно задание дополнительное, чтобы получить, ну, на всякий пожарный там еще. Хотя этот костюм реально прикольный, он прям в нем такой здоровый, мускулистый, прям вообще не похож на Человека-паука. А тот, который золото-железный, он мне не особо нравится. МДЖ, прибыл по второму адресу. Представляешь, демоны носят маски, даже когда просто гуляют. Как они друг друга не путают, не пойму. Пока ты ищешь ответ, я попробую выяснить, что они задумали. Так, окей, я так понимаю, не забыли вообще о том, что в городе пиздец, это просто как бы дополнительное задание, да? Хорошо. Бросить на паутине 10 врагов. Что значит бросить на паутине 10 врагов? До гуше. Так, еще один. Почему опасно-то? Ну-ка, смотри-ка. Ну вот это же... Вот, поехали. Да, блядь. Есть! Один жетон есть. Бросить на паутине 10 врагов. Что это значит? Я не понимаю. Типа замотать его, и потом... Это спокойно. Есть. Ну а теперь, в принципе, можно просто драться. Так будет быстрее гораздо. По стелсу мне ничего делать не нужно больше. Поехали. Атака вторая, нормально. Спускайтесь, пацаны, давайте сиськи мять не будем, просто быстренько друг другу работаем и все. Уйди нахуй обратно, откуда прилез. Есть, хорош. Так, вот эта хуйня должна была быть прокачана, это хорошо, спокойно. На, собака. Так, помер, хорошо. Нам бы вылезти, наверное, наверх, будет получше. Потому что снизу меня... Ой, подожди, сверху меня расстреливать не будут. А это хорошо. Опа, уйди. Ебать ты сильный, прекрати. Не делай так никогда, дружище, оно тебе не нужно. Не буду. Вылечу здоровье, да и все. Ну и чё? А вы можете как-то кучней-то бегать, пацаны? Серьезно, не смешно нихуя, уйди. По одному сейчас 1.5 часа будете сюда прибегать. О, атака 3, хорошо. Ебать, 3 из 6, это много. Так, я не понял, это мотоциклисты или что? Ты слыхал, какие-то мотоциклы поехали? Уйди нахуй. Ишь ты, блин. Красиво, четко. А, сука, серию проебал такую большую. Братишка-паучишка есть, можно запускать его. Здорово, пацаны. Паучишка, поехали. Мы эту пачку добьем. А потом у нас еще одна накопится, сама она. Караула, да? И хорошо. А то те хорошо. Меня не атака 4-я, поехали. Ебать, как жестко он их нагибает, этот братишка-паучишка. Он реально имбовая хуйня.
части, судя по всему, делают мебель на заказ. Насколько я вижу, это больше похоже на оружие. И как бы это ни удручало, кажется, оно все-таки не ручной работы. Ассасины-хипстеры будут разочарованы. Да подъедь-то туда, ну. Так, это четвертая атака, она пока какая-то слабенькая. Или я ее уже просто всю ушатал, нахуй. О! Вот это другое дело. Здорово, пацаны. Я не рад вас видеть. Просто... Нет, подождите. Я правда не рад вас видеть. Кто-то меня ударить успел, нихуя себе, серьезно? Кто успел меня ударить? Вы чё, пацаны, с ума сошли, что ли? Меня нельзя бить. Эх, не успел, уйди. Да ты, сука, собака, что ли, какая? Дай ему въебал-то, во. Ишь ты, бляха. Живой еще. Окей, где последняя атака? Это еще не последняя. А, подожди, это четвертая. Или это вообще не та? Почему у меня нет никакого знака атаки? Эх, не успел. Сейчас бы братишку-паучишку, бля, был бы заебок. Я сейчас так проебу всю атаку, получается. Меня сейчас вообще убьют до кучи еще. Дай съеба! Я съеба, я пытался съебаться. Что-то не получилось. Окей. Во, последняя атака, наконец-то. Может, обсудим это за фруктовыми кексами? Не, ну базу на самом деле делать скучно, если что. Ушел, хорош. Быстрее мне, а суперспособность давайте, это не то. Иди. Хорош. Очень скучно. Это просто тупо драка. Ну, это как бы, знаешь, оттачивание своих способностей, типа. Какие-то челленджи, вызовы, там, вся хуйня. Убей его. Бля, надо было здоровье восстановить. Зачем я это сделал? Спокойно. Здоровье надо восстановить, как только могу. Сразу, прям, мгновенно. Отходим. Хорош. Ну, блядь, ты попади уже в кого-нибудь. Это... Скачешь просто так. Во, здорово. Прощай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, что ли? Так, нет, еще не все, спокойно. Последний! Нет, не последний. Слышу, блядь, где-то еще бегут. Где они? Ага. Дай сюда пушку свою, ёб твою мать. Ты еще маленький, чтобы такие пуколки-то носить, дружище, завязывай с этим нахуй. Иди. Где еще? Ну, еще. Бля, 10 врагов на паутине, я ни одного врага не поддел. Я просто даже реально не понимаю, что это такое. Мне кажется, нужно замотать в кокон, а потом, типа, хуячить вот так друг друга, нет? Не знаю. Ладно, справились. Это самое главное. Это самое главное. Можем открыть костюм. Теперь можем открыть костюм, MJ, и мы откроем. Звони в полицию. Тут теперь безопасно. Отлично. Это уже победа, когда оружие исчезает с улиц. Ты нихуя не знаешь об этих улицах. Так, продолжить. Продолжить и забираем себе костюм синий, мускулистый, вот, тоже не особо сильно похожий на Человека-паука, но на самом деле охуенно выглядящий, если уж на то пошло. Выглядит реально круто, прям вот. Вот прям вот именно так, как должно было выглядеть Человека-паучное создание после того, как на него начали нападать все. Он должен выглядеть страшнее и сильнее всех. Так, костюмы. Костюмы, поехали открывать вот этот. Вот этот же. А это что за костюм? А, это костюм борца. Не, не нужен мне. Вот этот берем. Во, руш. Да заебись костюм. Так, антигравитация, она мне не нужна. Она мне не нужна, я оставляю себе вот эту вот читерскую хуйню. Так, а здесь у нас чего открылось? Ой, как много нового. Модник. Да, это про меня. Так, шанс пополнить боезапас гаджета при получении урона. Это неинтересно. Поглощает часть полученного урона без обнуления счетчика серии. Ну, такое себе. Уменьшение получаемого урона от взрывов ракет. Вот это на самом деле было бы полезно. Замедление времени после идеального уклонения. Вот это хорошо. Вот это хочу открыть. Вот это хочу открыть вместо чего? Вместо вот этого вот. Уменьшение получаемого урона рукопашным. Нет. Атаки гаджетов повышают концентрацию. Я этим не пользуюсь. Я этим не... очень редко пользуюсь, поэтому я вкачиваю... Блядь, подожди-ка. Просканирую АКИ, продолжаю выделяться подсветкой до начала боя. Взрывостойкие пластины. Опять что-то отключилось, мне постоянно что-то отключается. Поверхность костюма покрывается разрядами плазмы, оглушающим врагов при контакте после использования требуется перезарядка. Угу. Паутинная концентрация. Паутина так и просто дополнит концентрацию. Угу.
Так, давай, давай вместо вот этого. Я вместо чего выбираю? Вместо вот этого вот. Заменить вот это, да. Так, а это что у меня? Наносим урон временно увеличивается. Ладно, оставим пока так. Это у меня типа есть, но... Я редко же пользуюсь этой хуйней, этими гаджетами именно. Блять, какой, смотри. Человек-качок, нахуй. Человек-качок. Ебать, он страшный стал. Он вообще на Человека-паука перестал быть похож. Так, у нас что там по заданию? Я что-то уже вылетел из заданий из всех. Базу открывал, прикинь, базу открывал. Где задание-то? Где оно? Ага. Где оно? Вот оно. Я переместиться опять сюда не могу, да? А нет, могу. В пир. Прикольно. Мы бы могли полетать в новом костюме, но как бы жалко пока что. Новый сейчас износится, там пыль всякая, мухи, хуюхи. Вот это налипнет на ебало, потом не сотрешь. Ой, смотри, как удобно. Он такой теперь вообще практически незаметный в темноте. Прикольный костюм, реально прикольный. Ну, это, знаешь, это костюм больше подходит какому-то, ну, просто совершенно другому супергерою. У него сзади даже паука не нарисовано. Хуй его знает. Это странно выглядит, но прикольно, реально прикольно. Есть костюмы, которые смотрятся за ебца. Вот этот смотрится за ебца. Но жаль, придется его снять, ладно. Жаль, что придется его снять. Короче, как мне объяснили в комментариях, Человек-паук, скорее всего, носит костюм под костюмом. Понимаешь? Он типа всегда и в костюме Человека-паука, кроме маски. Вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. А сверху типа вот надевает это, обычную одежду. Я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо. А как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Ничего себе. Она под этим, под красным ядом. Туманом. Я в как норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Телефон сломан. Полоса одна, смотри, Майлз, телефон сломан. Ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Какой там номер? 555? Там номер можно было смотреть. Номер американский. Не звони туда. Не звони туда, во-первых, если даже куда-то дозвонишься, сейчас снимут много денег. Это ж пиздец, это ж потом все. Это знаешь, сколько денег снимает звонки в Америку? Я даже боюсь себе представить, я ни разу не звонил. Но я думаю, что очень дохуя. Так, Питер Паркер звонит. Тише. Ты что? Тебе легкое дело. Ты что делаешь? Это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. А не судьба, как бы? Как здоровяк его врезал. Слышал? Что это? Тихо. Пизда! Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? А что ты хочешь взломать-то? Наверное, ветер. Ветер, да, ветер. Ветер. Взламываю. Я слышу! Есть пара секунд. Я что-то не понимаю, подожди, а нахуя он, как бы, блядь, не судьба просто взять и как бы сказать, нихуя там опасно, и найти другую дорогу-то, нет? Медицинский контейнер в палатке. Это блядь! Легко. Что за черт? Пизда, Рулян. Марля, йод, но никаких антибиотиков, ищу дальше. Да перепрыгни ты, перепрыгни, перепрыгни назад, ну ты дурак! Пизда, Рулян, все. Я понял, когда побежал по этим камням, что спалился, но я просто думал, что он выпрыгнет назад, как бы спрячется за стеной, и все будет нормально, но нет. Это будет легко. Видел, как он... Марля, йод, но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Окей, поехали. Ну, хоть на нашей стороне. Вы так, двое, а где? Ладно, ладно, ладно. Не понимаю. А куда? То, покажите мне. Бенсон, это мерзко. Бля, стекла накидали кругом. Надо пройти мимо этих типов. Типов, поехали. Типов проходить. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Звучит очень пафосно. Еще одна палатка с припасами. Ух, ебать! Как было рядом. Пара пакетов первой помощи, но антибиотики. Давай копать дальше. Где же они? Ебать, как вы спрятали свои антибиотики. Снайпера! О, это беда. Снайпер это прям хуёво, я бы сказал.
Ладно, нормально. Майлз вообще незаметный. Человек стелс. Ну я что-то не понимаю, нахуя он это делает, потому что если любое неосторожное движение, его убивают. Понимаешь прикол-то в чем? Ну давай, ящик, ну уже. Сейчас сзади кто-то подходит, опять слышу. Амоксициллин. Прекрасно. Ёбаный свет, это единорог! Да-да-да, это он. Очень большой человек. Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! Зря я это увидел. Из одной банки возьми весь чемодан, ты чё, Майлз? Что это? Проверь, живо. Три банки всего антибиотиков. Целый же ящик был, Майлз, ты чё? Ты чё, Майлз? Надо выбираться отсюда. Бля, он где-то что-то ломает. Ебать, он что-то сломал где-то. Пизда, руля. А че не показали, как его разъебали просто в месиво здесь? Ну что, чуть главный герой не умирает, что ли? Я не видел. Надо выбираться отсюда. Надо, да. Опачки. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Может, я пролезу под ним? Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рожей. Ебать, ты игрок. Ладно. Ты меня обманываешь. А где он? А, вот он, окей. Так, мне интересно, куда надо идти-то? Подожди, я не понял, а куда? Спрятаться от носорога, что ли, и все? Еще раз. Спрятаться от носорога и уйти. Но я спрятался, а куда уходить-то? Где эта хуетень-то? Где он? А, вот он, все, вижу. Уходи. А, вот, все, ну подсвечено же, ну ебаный, брат. Твою мать, блядь. Нужно как-то пройти мимо него. Так это без проблем, в чем проблема-то? Он уже, блядь, он, блядь, не видит ничего. Слепой, нахуй, на всю голову. О, вот это хуевенько. А ты можешь перелазить? Еще немного. Как понять немного? А, вот смотри, нет? Как хочешь. А здесь тоже нет. Допустим. Другие варианты какие. Вот сюда вот раз. А что-то взломать можно здесь, нет? Он завис, он сломался или что-то не так? Бля, он, по-моему, застрял в коробках, нет? Нет, а что тогда делать-то? Мне кажется, он застрял. Я тебе реально говорю, он застрял, мне кажется. Какой пиздец. Здесь точно ничего нельзя взломать? Ну, давай проверим. Мне кажется, он все-таки застрял. Хорошо, но здесь хотя бы показали, как его разъебали. Серьезно. Просто не, путей других не было. Допустим, прилетел ящик. А, ну вот! Нужно как-то пройти мимо него. Другое дело. А, я увидел. Он увидел меня, ладно. То есть, видал, он завис, короче, и я ничего не мог поделать.
Ишь ты, блядь, меня просто так не возьмешь. Поехали, давай кидай. Давай второй кидай. Нужно как-то пройти мимо него. Мне интересно, а почему он так уперто думает, что здесь кто-то есть? Может, здесь и нет никого, чё, за кем он охотится? Выходи же! Немедленно! Давай, ломай, ломай вот эту хуйню. О, нормас. Еще немного. Все, у меня весь путь расчистил. Иди. Нет, 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 нет. Да-да-да, все отлично. Меня коробка сейчас чуть не спалила жестко прям. Блин, детина такая здоровая, пиздос. Отвернись. Ну отвернись давай, носорог. Давай, вали нахуй. Ладно, я побежал. И все-таки я реально не понимаю, как по-моему ловит. Вот я бы на его месте как бы, ну нет никого, и ушел бы, и все. О, ужас. Повезло. Нужно валить отсюда. Наверняка выход уже близко. Хватит со мной играть где? Ты! Ой, ой-ой-ой-ой! 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 Вот это да, блядь. Вот это он завизжал, нахуй. Так, хорошо, идти куда опять-таки? Я буду в безопасности. Где там-то? Найду и раздавлю тебя. Вот, а, все. Тот контейнер. Это выход. Хорошо. Ты не спрячешься! О, бля. Так, все, пиздос. А, не, нормально. А, тупой носорог, блядь. Надо, чтобы он отошел оттуда. Так, давай-ка он сломает мне вот эту хуйню сейчас. А что не так-то? Выходи! О, заебись. А! А я думал, он через контейнер пойдет. Ёбана. Он меня обманул, я думал, он пойдет через контейнер. Окей, поехали. Я думал, он здесь пройдет, так сломает, а я как раз за этим ящиком спрячусь. А оказалось, хер-то там. Ёб твою мать. Вперед, вперед! Вперед, вперед, согласен полностью. Валим, валим. Ищу ветра в поле! Я тебе об этом говорил еще, блядь, 10 минут назад, что ты какой-то хуйней занимаешься. Да прекрати, жестик, блядь. Надо сообщить Мэй, что я нашел. Ебанулся. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Ща ебало разобьют. Это ты зря, паренек. Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. И по яйцам. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Следующий! Походи нахуй, сейчас всех выебу. Вырублю сейчас всех, давай, подходи, следующий. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Так я понял, что в порядке. Я хотел, чтобы ты был не в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться, живой? Бля, как же долго эти серии слушай, заканчиваются, знаешь? Не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Есть такие моменты, которые прям вот, о, вовремя, чтобы паузу нажать. Есть такие моменты, вроде кажется, они сейчас кончатся, они идут так долго, и в итоге, короче, серия затягивается. Я не люблю, понимаешь, для меня идеальная серия по длительности вообще ни разу не 50 минут.
Потому что вот есть куча причин, почему она должна быть не 50 минут. И я уже про это объяснял. Понимаешь, разница между 40 минут и 50, она вроде... Все, не надо. Она вроде незаметная, но, с другой стороны, она очень заметная именно по мне. Потому что просидеть 40 минут — это одно. А просидеть 50 минут — это уже, бля, это уже вот что-то такое. Поэтому как бы вот поэтому... Они затягиваются опять в серии, пиздос. Все, ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Смотрите следующую серию, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат. We'll be right back.